Всем привет, друзья, с вами Код. Продолжаем проходить кампанию «Грозовые ворота» в игре Arma 3. В прошлый раз мы там уничтожили снайпера. Ну, посмотрим, что нас ждет дальше. Ваша задача — нанести максимальный урон боевикам и вовремя отступить. Не так сложно, как кажется. Привет, мам. Я уже на Кавказе. Ты сильно не переживай, здесь не так страшно, как кажется. Мы обосновались на перевале, который называется «Грозовые ворота». Здесь, конечно, не курорт, особых условий нет, но иногда бывает даже весело. Ты знаешь, я сдружился с парнем, которого зовут Коля. Он совершенно простой и добрый пацан из деревни, но мы с ним очень быстро нашли общий язык. Мы друг за друга горой, так что нас никто не трогает. А наш командир, Старлей Дорони, нормальный мужик. В общем, такой, какой должен быть настоящий офицер. Еще к нам присоединилась разведгруппа майора Егорова. Он вообще человек серьезный, для меня просто загадка. Да, мам, работать приходится с утра до вечера. Роем окопы, таскаем камни. Ну ничего, это все посильно. Мам, ты за меня не бойся, прорвусь. Приеду домой настоящим мужчиной. Все, мам, целую, пока. На трубу взять сразу. Ну, больше тут пока брать нечего, будем ждать. А вот и боевики. Снайпер. Второй снайпер. Уже два снайпера. Но это у него там автомат-то, конечно, слишком современный, я посмотрю. Впрочем, у этого тоже. Их тут порядка 20, может быть даже больше. Я примерно 20 насчитал. Замечен противник. Солдаты, север. Не стреляй. Метры. Прием. Два. Прекратить огонь. Вижу цель. Солдат и ракетометчик. Да, вот это управление я, 500, это вот я, метры, конечно, прием. Зря сделал. Замечен противник. Медик, север, 200 метры, прием. Надо было сразу ему дать команду солдат не стрелять. И снайпер, направление 200 метры, прием. Замечен противник. Ракетометчик и солдат. 200 метры, прием. Второй, мы попали под тяжелый обстрел. Замечен, ну так противник. Ты же сам солдат, стрелять начал. Все как всегда пошло не по плану. С этими надо аккуратнее, кстати. Патроны кончились. Надо что-то делать. Солдат, север, 200 метров, прием. Замечен противник. Солдат, север, 200 метров, прием.
Беркут! На связи! В нашем секторе противник прошел минные поля! Понял! Идем огонь! Солдат! 400 метров! Северо-запад! Солдат! Полкилометра! Северо-запад! Серьезно тут все. Солдат! 300 метров! Северо-запад! Солдат! 400 метров! Северо-запад! От гранаты толку Вижу, больше стой. Будет. Солдаты! Направление 500 метров! Прием! Ладно, пошли! Цель уничтожена! Где-то тут уже рядом. Как я люблю эти пулеметы. Замечен противник. Вижу цель. Солдат. Управление 500 метров. Прием. Пулемет — это вообще тема. Цель нейтрализована. Иди, я открою. Открой меня. Иди, я открою. Я его сделал. Молодец. Где-то тут. Иди. Рядом уже. Я прикрою. Иду. Иди, я тебя прикрою. Конечно, чуть-чуть не по плану пошло, но. Прикрой меня. Нет, значит, еще где-то один остался. Надо только выяснить, где он. Прикрой меня. Нет, не там. Вперед. А где он? Да, оптикой пользоваться. Что-то он там бедный, все подорваться не может. Держитесь сколько можете. Потом отходите по скале. Вас прикроет БМД. Прием. Понял. Конец связи. Ладно, пошли. Это похоже за нами. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16. Идем в группу. Готов. Четвертый. Жду. Пятый. Жду. Шестой. Жду. Седьмой. Жду. Восьмой. Жду. Девятый. Жду. Два. Садись в машину. Десятый. Жду. Одиннадцатый. Жду. Двенадцатый. Жду. Тринадцатый. Жду. 14. Жду. Второй. Жду распоряжений.
И где у нас точка эвакуации? Вот здесь, да? Все, короче, поехали. Точка должна быть где-то тут. Да. Неплохое. Крила, я медведь, атаку разрешаю. Как поняли меня? Прием! Понял вас, медведь! Стрела один, я стрела два. Небольшой отряд в зоне видимости. Прямо по курсу, прием. Да, стрела два, могу атаковать, прием. Стрела один, работаем карусель. Значит, по пулемету подумался, прием. Понял тебя, работаем карусель. Боевики сконцентрировали силы и готовятся к прорыву. Нам нужно удержать грозовые ворота во что бы то ни стало. Но это, по-моему, последняя миссия, кстати. А, нет, не последняя. Капас, как слышите меня? Прием. Вижу отряд боевиков со стороны грозовых ворот. Порядка 200 человек. Духи что-то готовят. Какие будут указания? Прием. Всем позициям. В случае начала движения в сторону грозовых ворот, открывать огонь на поражение. Не допустить продвижения противника вперед даже на несколько метров. Сейчас бы прицел 1P69, это было бы делать легче. Готов. Какой-то еще из-за горы высунулся. Становится интересней. Аллаху акбар. Не, ну это, блин, это не круто.
Главное, чтобы в этот окоп мина не прилетела. Ей пофиг на его глубину. Да, блин, хреново. Че, у меня бинокля нету? Нету. Где патроны? Ладно, пойдем искать патроны. Где-то тут. Где-то в палатке должно быть. Тут, не тут. Угу. Ну, типа патроны я нашел, теперь мы их понесем обратно. Я уже забыл немного, где я лежал. Это хорошая пушка у челика. Чувак, я тебе принес, короче, патроны. Ёпту, эти каповские объекты. В них только застревать. Ну, хотя... выглядит как окоп. Получается. Я попробую нахер кончились. Откуда он тут взялся? Плохо дело. Минус.
Ну, задание-то выполнено. На этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. Поставь лайк, если понравилось. И не забудь подписаться на канал. С вами был Кот. Всем пока.